По сельской ипотеке можно приобрести жилье в 4 городах республики. Как сообщают в Минсельхозе Чувашии, у нас, как и по всей стране, программа начала действовать с 1 января. Кредиты по ставке 0,1% до 3% годовых предоставляются людям в возрасте от 21 до 64 лет. Льготную ипотеку можно взять на строительство или покупку квартиры жилого дома на территории сельских агломераций, в которые входят населенные пункты с численностью не более 30 тысяч человек. В Чувашии к таким городам относятся Козловка, Мариинский Посад, Цивильск и Ядрин. Максимальный срок кредита 25 лет, максимальная сумма 3 миллиона рублей. При этом заемщикам оплачивается 10 и более процентов стоимости стоимость строящегося или приобретаемого жилья.